Железногорские школьники в третий раз стали участниками международного проекта «Ну Kids 2014». На днях юные артисты вернулись из двухнедельного турне. За это время они побывали в Словакии, Чехии, Австрии и городах России, где играли в музыкальном спектакле «Лабиринт детства». Под руководством педагогов по актерскому мастерству, вокалу и хореографии за 3 недели юные артисты подготовили полноценный музыкальный спектакль. Возможность участвовать в гастрольном туре получили 2 детей работников горно-химического комбината. По результатам весеннего кастинга в проект попали Максим Казаков и Полина Дудина. Ну, это все закончилось, вся эта атмосфера. Тут старички всегда говорили, что «Ну Kids» — семья. И вот, мы, вот это именно чувствуется именно сейчас, когда ты понимаешь, что ты больше не будешь на этой сцене, ты больше не будешь искать кетчуп, ты больше не будешь впихивать людей в эти ужасные белые комбинезоны сущностей. Я очень молился, верил, что я пройду на этот проект, что будет здесь клево. Как жаль, что время прошло расставаться уже так скоро. Обидно. Международный проект «Ну Kids» проходит 6-й год подряд. Многие дети после участия в проекте всерьез задумались о сценической карьере и подали документы в театральные вузы страны. Своим атомным выпускникам Сергей Новиков пророчит большое будущее. Осталось еще каких-то 4-5 лет, и мы увидим их, я думаю, на профессиональной сцене и в профессиональном полнометражном кино. И когда вот это осуществится, это будет венец проекта. Международный творческий проект задуман корпорацией «Росатом» специально для детей и работников атомной промышленности.